City Coca с тремя съемными аккумуляторами. Честно говоря, такого я еще не встречал. Ну, один или два съемных АКБ, но чтобы три. Но подключить одновременно вы сможете только два аккумулятора. Это обусловлено наличием всего двух силовых кабелей. Один находится в деке, а второй под сиденьем, который переключается на батарею, установленную в бардачке. Здесь уже предусмотрено целых два отверстия для установки гнезд подключения или прокладки кабеля. В изначальной комплектации идет один аккумулятор на 20 ампер-часов. Дальность поездки при этом составляет порядка 50 км на одном заряде и будет зависеть от испытываемых электроскутером нагрузок, то есть от веса райдера, используемого скоростного режима и угла наклона дорожного полотна. Если докупить еще две батареи, то запас хода можно увеличить аж до 150 км. С левой стороны руля находится клавиша включения фары и габаритов, переключатель поворотников и кнопка звукового сигнала. Сверху установлен так называемый ручник. С правой стороны руля расположены два тумблера. Верхний отвечает за переключение скоростных режимов с первого по третий, а нижний позволяет переключаться между режимом поездки вперед или назад. В движение электроскутер приводится с помощью поворота ручки акселератора, как на бензиновых собратьях. Включить электроскутер можно кнопкой «Старт» по центру рулевой колонки, перед этим сняв его с сигнализации. Если попытаться укатить трехколесник с включенной сигнализацией, City Coca включит звуковое оповещение и заблокирует задние колеса. Модель оборудована дисковой гидравлической системой тормозов на все три колеса. Левый рычаг отвечает за торможение задними колесами, правый – логично за остановку переднего. Пружинная амортизация отлично сглаживает все неровности на дороге. Комфорт поездки действительно очень приличный. Колеса на литых дисках с широкими покрышками шоссейного типа. Клиренс в 20 см позволяет ездить даже в условиях бездорожья. Размеры электроскутера вы видите на экране. Если необходимо, поставьте видео на паузу. Благодаря мощности двигателя на 2000 Вт, максимальная скорость с моим весом в 96 кг составляет порядка 40 км в час по ровной дороге. Разница с показателями GPS у бортового компьютера около 10 км. Эксплуатация трехколесного City Coca возможна как в условиях города, ввиду съемных аккумуляторов, которые можно заряжать в квартире, так и в частном секторе. Чистота, экономичность и минимальные затраты на расходные материалы очевидны. Здесь просто нечему ломаться. Пожалуй, на сегодняшний день данный электроскутер один из лучших на российском рынке ввиду цены, качества и технических характеристик. Что ж, его технические характеристики и возможности действительно впечатляют. Таблицу параметров и цену на момент видеосъемки вы видите на экране. Актуальную стоимость на момент просмотра ролика вы можете найти, пройдя по ссылке под этим видео.
Какой у тебя рост? 1,93 м. 1,93 м? Слушай, ну ты нормально на него смотришь вполне. А ну-ка выпрями спину. Развернись сюда. Ну да, слушай, 1,93 м вполне нормально. Тебе даже назад не нужно отодвигаться, да? Вообще огонь. Слушай, он большой. Да тебе идет, это твой цвет. Твой любимый размер.